Наукоград взбудоражен. Накануне в Бийске произошло зверское убийство. Жертвами преступника стали мужчина 44 лет и 18-летняя девушка. Сегодня утром по подозрению в совершении преступлений задержан 20-летний местный житель, с которым в настоящее время проводятся следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, мотив совершенных преступлений. Изучается личность подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока о происшествии известно немного. У мужчины множественные ножевые раны, девушке нанесли 3 удара ножом в области грудной клетки и живота. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство». Расследование продолжается.